Друзья, всем привет! С вами канал «Жизнь на подоконнике». Сегодня хочу рассказать вам про такого насекомого вредителя, как трипс. Расскажу, как его обнаружить, что он из себя представляет, в чем его опасность и, собственно, как я его поборола. С момента обнаружения этой заразы, не побоюсь этого слова, очень неприятные насекомые, прошло уже больше 3 месяцев, трипсы больше не возвращались, поэтому можно сказать, что я их на данный момент победила и готова поделиться с вами информацией о том, как это делать, потому что на тот момент, когда я их обнаружила на своих орхидеях, я почему-то вообще не могла найти нужную мне информацию. Во-первых, я не могла найти то, как вообще выглядят следы от трипса и вообще что с моими орхидеями. То есть я чего только не находила, тля, еще что-то. Но вот именно что это трипс, информации было очень-очень мало. После того, как я определилась с тем, что это трипс, я не могла найти информацию о том, как его лечить, какими препаратами, что вообще делать. Ну так вот, друзья, я вам расскажу первые признаки. Появились они у меня без появления новых орхидей в доме. Я не знаю, возможно, как-то мы их заносим на одежде с цветочного магазина, или они были в каком-то спящем состоянии, когда появились нужные условия, благоприятные для их размножения, они начали размножаться. Я не знаю, это для меня до сих пор загадка. Была одна орхидея, которую мне подарили. У нее некоторые листы выглядели не очень здоровыми, но появился трипс на другой орхидее, хотя они стояли рядом. И, ну, возможно, это было с нее, но с момента ее появления прошел, наверное, месяц, так точно. Вот здесь, на этой орхидее, вы видите следы проявления как раз того самого трипса. И если приглядеться, вот здесь видны даже места, точечные места укусов, проколов. То есть самка в лист откладывает личинки, и потом личинка начинает питаться листом, делая вот такие вот проколы на листе, после чего на листе появляется некроз. Вот так это выглядит. Сейчас это уже третий лист на орхидее. Вот эти два листочка уже совершенно здоровы, они уже появились после лечения. Взрослые здоровые листы трипс прокусить не в состоянии, и начинает он всегда с центра, то есть когда растет молодой лист, начинается вот такая вот картина. И кроме того, что мы видим вот эти проколы, прокусы, лист еще становится мокрый, потому что прокусывая его, выделяется, когда трипс прокусывает лист, выделяется сок из листа, и, соответственно, он становится весь как бы в нектаре, мокрый и липкий. Сам трипс очень мелкий, и увидеть его практически невозможно, хотя я один раз видела бегущую, я не знаю, взрослая это особь была или личинка. Я думаю, что это не столь важно. Как я уже сказала, взрослые листы прокусить он не может, но может прокусить, испортить молодые листья, вот когда они только начинают расти, когда они совсем мягенькие, такие тоненькие, и он уничтожает цветы и цветоносы, если они есть в этот момент на растении, бутоны. Также сами цветы он ест, ест цветоносы, после этого цветение очень быстро прекращается. На цветах тоже все это прекрасно видно. Я вставлю вам картинки на тот момент пораженной коллекции, вы все увидите. И вот здесь тоже на примере колоды хочу вам показать. Сейчас уже вырос один лист совершенно здоровый, а предыдущие, как вы видите, они со следами проколов. Вот они. То есть ткани потом, у них наступает некроз у ткани. И вот на этом листе тоже особенно видно на обратной стороне листа. Посмотрите, как прекрасно видно вот эти все прокусы от трипса. Соответственно, поражал он его, как я уже сказала, когда это были совсем молодые листики. Они только-только начали выходить из центра розетки. Что в этом насекомом такого неприятного и опасного? Опасен он в первую очередь тем, что через вот эти вот открытые раны, проколы, ну, естественно, это портит и внешний вид растений, и тормозит их развитие, потому что, ну, практически сразу видно, что орхидеи выглядят угнетенными.
Мне кажется, такие вещи, ну, как бы, ну, не заметить невозможно. Это вот прям уже серьезная стадия. Но даже когда были вот такие небольшие проколы, да, на каких-то из орхидей, видно, что само растение выглядит угнетенным. И через эти проколы, которые делают личинки, проникают, естественно, вирусы, бактерии, грибковые инфекции, потому что это, получается, открытые раны до того момента, как они затянутся. Естественно, ничего хорошего, как вы понимаете, в этом нет. Далее, вторая их, на мой взгляд, наверное, самая главная их опасность, да, в том, что они моментально размножаются и они умеют летать. Это очень большая проблема. Почему, я сейчас вам расскажу. Сначала я обнаружила этого вредителя на двух или трех орхидеях, которые стояли очень близко. Все остальные орхидеи при осмотре выглядели совершенно нормальными и здоровыми. И я обработала вот эти две или три орхидеи, я уже не помню. И он очень довольно легко убивается, то есть проблем с этим как раз с введением особо нет. Но когда я эти три орхидеи обработала и радостно поставила их на место, буквально через несколько дней я заметила, что у меня заражены абсолютно все орхидеи. Все штук 20 или 30, у меня их очень много, стоявшие на окне, абсолютно вся моя коллекция была заражена. У кого-то были вот поражения на листьях, как я вам уже показывала, да, вот эти вот. У кого-то поедены цветоносы, у кого-то съедены цветы. Соответственно, в этом, как мне кажется, их самая главная опасность и проблема трипсов именно в том, что они просто с катастрофической скоростью размножаются и перелетают с растения на растение, когда мы даже еще их и не видим. Что, собственно, с ними делать, если вы обнаружили у себя вот эту напасть? Во-первых, как можно быстрее все обработайте, потому что, как я уже несколько раз сказала, очень быстро они размножаются, очень быстро перелетают, и даже если вы не видите их глазами на других орхидеях, имейте в виду, что надо обязательно обрабатывать всю коллекцию, потому что 100% они уже поперезаражали все, что растет рядом, например, на одном подоконнике или полочке. Изначально, как я уже сказала, я обработала всего три орхидеи, и обрабатывала я их препаратом фитоверм. В принципе, он помог, то есть все эти три орхидеи избавились от трипсов, но мне он не очень понравился. Чем? Мне не понравилось, во-первых, то, что обрабатывать их нужно на открытом воздухе. Не у всех есть такая возможность. Я, например, обработала их на балконе. Во-вторых, нужно на сутки убирать их куда-то в пакет. Пакеты ставить отдельно и потом через сутки доставать. Но, как бы, как мне кажется, это, ну, тоже не очень удобно. И самое, наверное, большое неудобство – это то, что нужно препарат, который у вас остается, вот этот фитоверм, после обработки его нельзя просто вылить в унитаз или в раковину, его надо закопать где-то в землю, например, в лесу. Я думаю, что у жителей городов не у всех есть такая возможность и желание идти куда-то в лес и остатки этого препарата закапывать. На мой взгляд, это, ну, очень неудобно. Тем более проводить обработку надо не один раз, а целых три или даже четыре. Поэтому в последующем я выбрала другой препарат, который мне, в принципе, понравился и помог хорошо орхидеям. Я думаю, что он многим известен. Это препарат, который называется Актар. Препарат системного действия, то есть кроме того, что он контактный, то есть попадая на насекомое, он его убивает, уничтожает. Помимо этого, растение через полив впитывает его корнями, и само растение для насекомых становится ядовитым. То есть у трипсов три стадии жизни, и личинки, которые находятся внутри, в грунте, очень сложно убить контактным препаратом. Поэтому, когда они выйдут из грунта и начнут прокусывать листья, стебли, ну, в общем, все, что они могут прокусить, они от Актары отравятся. Собственно, поэтому, мне кажется, это огромный плюс. Дальше, по поводу дозировки. Я тоже не могла найти вообще информации везде, абсолютно везде разнится информация, с какой дозировкой обрабатывать орхидеи этой самой Актары. Поэтому я обрабатывала в дозировке 1 грамм на 1 литр воды.
как вообще это все рассчитать, да, что нужно сделать. Я брала один пакет Актары, в нем 4 грамма. Я просто на бумажке на 4 примерные части, естественно, таких весов с точностью до грамма у меня нет. Это нужны специальные весы. У меня нет таких с точной, приточной дозировкой. Поэтому я просто на бумажке на 4 примерно одинаковые части разделила вот этот препарат и хранила его отдельно для последующих обработок. Обрабатывала я абсолютно все в ванной, обрабатывала и листья со всех сторон, и цветоносы. Цветоносы я не удаляла на тот момент, это уже, конечно, новый цветонос. Я не удаляла ни цветы, ни цветоносы, на них не осталось никаких пятен, с ними все было прекрасно, поэтому не надо удалять цветы и цветоносы, если они у вас есть на момент заражения трипсами, просто хорошенько их опрыскайте. И обрабатывала я, естественно, из пульверизатора полностью, то есть полностью и с внешней стороны, и с внутренней стороны растения, после чего я проливала еще в грунт также этот препарат, то есть как мы обычно поливаем, замачиванием или наливала в поддон. Такую обработку я делала 3 раза с разницей в 7 дней. В принципе, наверное, можно было сделать и четвертую, но я вот сейчас я уже точно, честно говоря, не помню, 3 я делала обработки или 4, возможно, даже 4. Но смотрите сами, разница в 7 дней, Актары 1 грамм на 1 литр. Абсолютно все орхидеи, которые у меня были на тот момент, все, потому что, как я уже сказала, перелетает, размножается, и если обработать только то, что мы видим глазом, потом обнаружится, что на всех остальных тоже все это есть. После чего, вот, кстати, видите, черное пятно, это вот тоже следы этого трипса. Вот здесь вот у вас орхидея, вот где шея, стволик, она будет какая-то грязная, как будто с пятнами. Это тоже следы присутствия на ней этого самого трипса. Также я обрабатывала подоконник, оконные рамы. Все это обработала из пульверизатора и протерла чистой тряпкой все, где стояли орхидеи. Больше трипс меня не беспокоил, его больше нет. Остались от него только вот такие вот неприятности в виде следов. Поэтому я считаю, что препарат хороший, он очень удобный. Не надо ни на каком воздухе его распылять, не надо его потом нигде закапывать. Хотя, честно говоря, у меня его даже и не осталось. То есть я обработала абсолютно все. Остатками просто я полила сами растения. И, в общем, на этом все закончилось. Растения здоровы, прекрасно себя чувствуют, все собираются цвести. Все хорошо. Друзья, вот такое видео у нас получилось про трипсы и препараты, которыми с ними бороться. Если видео было полезным и интересным, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал «Жизнь на подоконнике». Пишите комментарии, если есть какие-то вопросы. На сегодня это все. Всем пока. До новых встреч.